В этой печи свыше 2000 градусов по Цельсию. При такой температуре медь освобождается от ненужных примесей. Например, от свинца, даже считанные граммы которого могут превратить в некондицию тонны ценного металла. Между тем, медь – важнейшая составляющая кабеля. Если остановить работу цеха термической обработки, то печь тут же выйдет из строя. Большая часть нашей продукции поставляется стратегическим предприятиям добывающих отраслей. Это предприятия нефтегазового комплекса и горно-рудной промышленности, которые просто без кабельных изделий встанут. Такая ситуация, естественно, всем понятна, недопустима. На сегодня осознаем и чувствуем обеспокоенность наших потребителей. С понедельника предприятие продолжает работать в штатном режиме, но взяв повышенные обязательства по соблюдению норм дезинфекции. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Рабочие места оборудованы дозаторами с антисептиком и устройствами дезинфекции воздуха. Тепловизор контролирует температуру тела работника. Дезинфекция контактных поверхностей проводится несколько раз в день. Я считаю, что эти меры адекватные. И поэтому надо соблюдать все меры предосторожности и не заражать людей. Стоит отметить, что на прошлой неделе к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову обратились руководители целого ряда крупных предприятий региона с просьбой о возобновлении работы. При этом предприятия взяли на себя обязательства по исполнению дополнительных санитарных норм и правил. Глава региона пошел навстречу трудовым коллективам. Стабильно работающая экономика – один из факторов успешной борьбы за здоровье людей. Владислав Жирнов, Алексей Гриднев, Новости губернии.